Всем привет! С вами Ольга Чернова и мои краткие обзоры перцев, которые я буду нынче выращивать. Вот я сейчас сегодня именно снимала видео, как я выбираю сорта перцев для высадки 6 февраля посева и для посева 20 февраля. Я все разделила на две части. Скороспелые убрала отдельно, вот такие как белый налив, медаль, я их буду сеять позже. А те, которые с крупными вот такими вот плодами, и с более длительным периодом плодоношения я вот сейчас отложила, буду сеять 6-го. Сейчас я вам расскажу, какие сорта я выбрала, и немножко объясню, почему я выбрала именно их. Вот Хасбулат попал у меня в первый список, который буду я высевать 6 февраля. Почему? Ну, вы, наверное, сразу видите сами, что у него огромный вот этот плод, перчинка. Потом я вам говорила, почему у него небольшая высота, что очень важно при первоочередных посевах, потому что если я выберу сорт с высотой 1,20 м, то я с рассадой могу, ну как сказать, помучиться. Она вымахает полметровая, будет качаться в этих лотках, а ее же я буду выносить на солнце весной туда-сюда. Лучше вот такие короткие, компактненькие. Сейчас я вам расскажу его характеристики. Ранний сорт для пленочных теплиц, тоннелей и открытого грунта. Куст прямостоящий, высотой 40-60 см. Плоды крупные, глянцевые, призмовидные, вытянутой формы, ярко-красной, массой до 300 граммов. Мякоть сочная, с насыщенным пряным вкусом и сильным ароматом. Толщина стенки 6-8 мм. Ценность сорта – раннеспелость, высокая урожайность, отличное качество. Так, так. Ну, тут ничего, все, дальше посев. Я говорила, что я для первоочередных посевов выбираю как с более длительным сроком плодоношения. Но так как вот у Хасбулата ничего здесь не указано, этот сорт для меня новый. Его я выбрала в первую очередь, потому что у него небольшой рост, высота, рассада будет коренастенькая, и у него большая вот эта масса плода. Поэтому я такой сорт, как Хасбулат, посею пораньше, чтобы он со своим вот этим огромным плодом успел все-таки плоды не только сформировать, но и чтобы они вызрели, покраснели. И хочу попробовать это сделать в открытом грунте. Поэтому я его пораньше посею, буду высаживать в более взрослом состоянии. Пишут обычно 70 дней должен быть он. У меня он будет повзрослее немного, сначала он постоит в теплице подольше, потом уже в открытый грунт. Вот Хасбулат у меня тоже попал в первую очередь, несмотря на то, что он не позднеспелый написано. До свидания. С вами была Ольга Чернова и краткий обзор сортов и о том, какие сорта, когда я буду сеять.